Дубцова радикально преобразилась перед новогодними праздниками. Автор 25.12. 2020. 38-летняя Ирина Дубцова в последний год предпочитала оставаться в образе эффектной брюнетки, но в преддверии новогодних праздников все же решила, что наступило время перемен. Популярная артистка радикально изменила цвет волос. Апостроф закрывающая круглая скобка точка с запятой закрывающая фигурная скобка. Стоит отметить, что неожиданный эксперимент Ирины вызвал восторг у ее поклонников, о чем они ей тут же сообщили. Судя по всему, знаменитость решила преобразиться к Новому году. Свой обновленный имидж она запечатлела на камеру и поделилась этими метаморфозами с фанатами. Теперь поп-дива является обладательницей роскошных белокурых локонов. С более светлым оттенком волос образ Дубцовой стал мягче и романтичней. Она подчеркнула этот эффект, сделав на прядях объемные завитки и нанеся на лицо легкий макияж. Ирина выбрала помаду нюдового оттенка, а ресницы лишь слегка прокрасила тушью. При этом эстрадная звезда облачилась в эффектный наряд алого цвета. Безусловно, общий аутфит певицы произвел большое впечатление на ее фанатов. О новом цвете волос она сообщила подписчикам словами из кинофильма «Любовь и голуби», ну почему же крашена? Это мой натуральный цвет. Также она выразила оптимизм по поводу наступления 2021 года. Дубцова начала задорно позировать перед камерой, делясь с фанатами хорошим настроением и выражая надежду на то, что наступающий год станет временем перемен. Большинство комментаторов пришли в восторг от внешнего вида любимицы. Многие из них отметили, что новый оттенок волос преобразил Ирину и даже омолодил ее. «Сколько нежности в образе, сбросила 10 лет, какая милая», пишут фолловеры звезде.